Всем здорово! С вами Бэкс, это Мила Бартюп, и сегодня мы будем открывать Immortal Treasure первый кейс 2015 International. Да, Роман? Что так тихо. Вот, вот. Прям. И что же нам может выпустить? Я, кстати, посмотрел все эти вещи. Они все до единого изменяют анимацию. И мне, в принципе, понравились. Да, блин, я даже не знаю, собственно, была нара. Офигеть тут, короче, приколи. Короче, Extremely Rare — это вот этот золотой на Луну. А Very Rare — это сет на Бланара. Блин, на Бланара просто. Просто кайф. Так, ну, на Луну простое. Текст, что у нас еще здесь есть? На Магнуса. Магнуса на Пугну Вардец. Шлем на Сан Кинга. И... шлем на Баратрума. Все они изменяют анимацию. Вот. Ну и давайте откроем, в принципе, та. Та-та-та-ра-та-та-та. Прям так, слышь, нету теперь вот этих прелюдий, типа, открываем почти, бла-бла-бла. Офигеть, шлем на Санкинга. Прикольно, прикольно. Слушай, офигенный шлем. Да. Кстати, там же давали... А, набор курсоров, кстати, надеть. Блин, слышь? Набор курсоров, я не знаю, это... Просто желтое пятно выходит просто. Ты бы это видел, это просто жесть. Так, что я хотел? А, да, кстати. Еще есть у нас вот этот вот амулет, который давался всем за покупку компендиума. И у меня уже два успешных прогноза по обеду. Ну, на этом все. Пакета. Ребята, это был Easy Win. Я предсказал 3 победы. Мне дадут сейчас. Я не знаю, что мне надо. Мне за спенки. Вообще, будем смотреть, что мне дадут. Все, окей. Слышь, у меня каких-то 5 монеток. О, щит! Да ладно! Да ладно! Че? 750 дают за предсказание. А мне 5 монеток дали. Так, стой. Вы серьезно, ребят? Че? Че, я хочу посмотреть. Говорите, что это 750? Блин, это говно. Я думал, левел мне дадут. Блин, 7-й уже. Что, монеты? Это монеты, да. Фак. 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 Чего? Control, go. Да, go. Ну вот и все.